though I make movies, the idea of the single artist alone with the canvas to me is the real truest form of communication. Достойно русского музея. Живопись хорошая, серьезная, не дилетантская, не любительская. Виден и автор, и виден живописец, современный живописец 20-21 века. Виден человек, его натура, его темперамент. День рождения Синекенко. 20-м. Точно? Может быть, ну, не менее, может быть, через 150 лет будем говорить Левитан, Репин, Сталлоне. Да, это возможно, но сейчас пока это все-таки новое лицо, новая фамилия вот в этом списке. Вот поэтому нормально, у нас есть много площадок в городе, очень было бы интересно туда сходить, посмотреть. А вот уже когда все-таки признание придет, тогда милости просим и Русский музей.